Макеевский ремонтно-механический завод государственного предприятия «Макеев Уголь» совершил капитальный ремонт проходческого комбайна 1 ГПКС, который был отдан в эксплуатацию шахты «Холодная балка» для ускорения прохождения конвейерного штрека. Отремонтированный РМЗ-комбайн прошел все необходимые испытания и сдан в эксплуатацию на отлично. Теперь предстоит его демонтаж, доставка и монтаж непосредственно в горных выработках угледобывающего предприятия. Сотрудники шахты «Холодная балка» рады, что теперь благодаря новому оборудованию они смогут улучшить и ускорить свою работу. Мучим, несмотря на это время тяжелое. Все у нас качественно получилось, все будем работать, слава Богу. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с Макеевским ремонтно-механическим заводом. Отмечается, что капитальный ремонт и создание нового оборудования проводится Макеевским ремонтно-механическим заводом не впервые. По словам директора РМЗ Евгения Зварзина, в этом году они уже успели отдать в эксплуатацию один комбайн. В этом году на предприятии собран уже второй комбайн. Первый был это угольный добычной комбайн УКД-200-250 для шахты Иловайска, как на сегодняшний день находится там, очень хорошо зарекомендовал себе работу. Вот второй комбайн уже проходчески в этом году мы собрали. А так это не первый комбайн на этом предприятии, и не последний. На сегодняшний момент Макеевский РМЗ сотрудничает со всеми угледобывающими предприятиями республики и специализируется на горно-шахтном оборудовании. К тому же с недавнего времени завод начал успешно сотрудничать с предприятиями России. Объемы с каждым годом растут, открываются новые производства, завод не стоит, завод постоянно модернизируется. У нас очень хороший коллектив, сплоченный, талантливый, бесстрашный, можно так сказать, не боится работы. То есть в любое время суток, дня и ночи он здесь работает. За последние годы завод значительно расширил свою деятельность. Сотрудники Макеевского РМЗ освоили новые технологии и стали не только выполнять ремонтные работы, но и производить оборудование современного образца, так необходимое отечественным шахтам. Дарья Шарапова, Новороссия ТВ.